На пороге едва помаячили и ушли за солдатом, солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. 2016 год в России объявлен годом кино. В области этому событию посвятили фестиваль «Времена года в Подмосковье». Концерт «Жизнь моя кинематограф» с участием актеров театра и кино прошел в Раменском. Этот маленький кусочек нашего тепла и сердца мы привезли к вам. Мы очень волнуемся, потому что для нас это первое участие в этом прекрасном фестивале, очень ответственное. Тем более, что год объявлен годом кино для каждого кинематографиста. Этот год особенный, и каждая встреча с вами действительно для нас чрезвычайно важна. Мне нравится, что вы больны мной. Мне нравится, что я больна вам. Что никогда тяжелый шаг земной не уплывет под нашим ногам. Фестиваль в этом году получил подзаголовок «Гений места». Организаторы посвятили концерт культурному наследию Подмосковья. В наших краях рождались великие произведения Пушкина и Чайковского. В области проходили съемки «Волги-Волги», «Бриллиантовые руки», «Сталкера», «Адмирала» и других известных фильмов. «Гений места» — это поэтическое определение, которое еще в Средневековье использовалось писателями-поэтами для определения той особой магии, той особой энергетики, которая придает вот это конкретное географическое местоположение. Сейчас в Подмосковье так здорово заботятся и делают столько много для культуры, для того, чтобы мы в Подмосковье чувствовали себя не хуже, чем москвичи, что просто 10 футов под килем нашему прекрасному Подмосковью. На сцене ДК имени Воровского выступили актрисы театра и кино Лиза Арзамасова, Ирина Медведева, Наталья Бочкарева, народные артисты России Александр Галибин, Сергей Шакуров, Алексей Петренко. Особенным для нашего города стало участие заслуженной артистки России Елены Финогеевой, родившейся в Раменском и начинавшей творческий путь на этой же сцене. Раменская, которую я нежно люблю и при любой возможности стараюсь попасть сюда, прогуляться по улицам. Здесь живут мои родные, и здесь много моих друзей и знакомых. И первый человек, которого я сегодня встретила, это был человек, с которым мы занимались здесь, в Народном театре, играли на этой сцене, когда еще были детьми практически. Фестиваль «Времена года» проходит в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье». Организаторы планируют продолжить концерты в других городах области. Концерт в Раменском понравился зрителям и участникам и достойно открыл подмосковный год кино. Очень всерьез относится к культурной повестке. И я думаю, что мы вот здесь проводили уже и фестиваль «Времена года», и другие акции, мероприятия, что Раменская у нас такая прям вот пульсирующая, культурная, один из моих таких культурных форпостов в области. Хочу вам сказать, не для красного словца, у вас хороший звук. Я боялась, что мы приедем, начнем петь, не слышать мониторы, плохие микрофоны. И слава богу, мы отрепетировали. Надеюсь, у нас получится сегодня хороший концерт. И, конечно же, счастье, кроме того, что мы приехали к вам, мы встречаемся редко со своими друзьями. Вот такие концерты нас объединяют. Но ветер оставит эхо, плывущее вниз по рекам. И мир светляков нахлынет, и прошлое в нем потонет. И крошечное сердечко раскроется на ладони. Андрей Милентьев, Сергей Григорьев, Ирина Зинченко. Для программы «Городские вести».